В прямом эфире новости в студии Ирина Алиева. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. В Каннском районе потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Как себя чувствуют пилоты, доставленные в Красноярскую краевую больницу? И что могло стать причиной авиакатастрофы? Нас-то хорошо видно, здесь вообще не видать. От нас-то хорошо видно. Там он, скорее всего, взорвался, потому что сразу зарево такое пошло. В Мотыгинском районе местные жители убили спящего в берлоге медведя и сняли незаконную охоту на видео. Какое наказание теперь грозит браконьерам? Пока версия сотрудников органов внутренних дел, что это было умышленное преступление. В Емельяновском районе семья фермеров построила дом из соломы. Как в таком жилище удается сохранить тепло? И кто уже заинтересовался сибирским ноу-хау? Наш строительный материал – это вот такой блок из прессованной соломы. Губернатор Виктор Толоконский вместе с работниками культуры подвели итоги года литературы в крае. Какие проекты ждут любителей словесности в 2016-м? Нужно продолжить и масштабировать проект модернизации библиотек. Крушение истребителя-перехватчика МиГ-31 в Каннском районе стало одной из главных тем сегодняшнего дня. Пилоты до последнего пытались спасти самолет, но в итоге приняли решение катапультироваться. Хроника событий в материале Анны Московских. Истребитель МиГ-31 потерпел крушение накануне в Каннском районе. Оба пилота катапультировались и смогли выйти на связь. Вертолетами санитарной авиации их доставили в краевую клиническую больницу для проведения полного обследования. Врачи говорят, ребята родились в рубашке. Ни переломов, ни переохлаждения, только ушибы и ссадины. А ведь катапультирование происходит на скорости почти 900 км в час. При таких перегрузках кровоизлияние и разрывы сосудов – обычное дело. Пилоты-штурман приземлились в снег с высоты 2000 метров. Сейчас их состояние не вызывает опасений врачей. Они совершенно спокойны, они улыбаются, у них хороший аппетит, они оба выспались, они довольны теми условиями пребывания, которые они увидели в нашей клинике. И в этом смысле мы абсолютно спокойны и за их здоровье, и за их эмоциональное психологическое состояние. Летчиков уже перевезли в военный госпиталь, но до этого момента они успели принять первых посетителей. Депутат Заксобрания Юрий Швыдкин сам в прошлом человек военный и знает, как тяжело бывает в таких ситуациях. Пилоты-штурман рассказали ему, что до последнего боролись за то, чтобы спасти самолет. И только когда поняли, что это невозможно, приняли решение о катапультировании. В их глазах прямо читается, значит, что это настоящий офицер. То, что сегодня они совершили, я еще раз хочу отметить, это мужество, значит, и другие самые мужские качества, качества офицера, это очевидно. И я бы на месте командования, сейчас, конечно, это на усмотрение их, я бы представил государственным наградам. Крушение истребителя-перехватчика произошло накануне в 40 километрах северо-западнее Каннска. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По предварительной версии, у воздушного судна отказал двигатель. МиГ-31 упал вдали от населенных пунктов, поэтому у жертв и разрушений удалось избежать. Вот что рассказывают жители Каннского района, которые своими глазами видели момент крушения. Он сначала стоял. Чего он тут стоял, я откуда знаю. А потом полетел туда. И там за лесом от нас-то хорошо видно, здесь вообще не видать. От нас-то хорошо видно. Там он, скорее всего, взорвался, потому что сразу зарево такое пошло. В Каннске находится авиабаза истребителей МиГ-31, но пока их полеты временно приостановлены до выяснения всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Анна Московских, Леонид Юрков, Максим Галат. Новости. Как стало известно, разбившийся самолет найден. На месте крушения обнаружены бортовые самописцы. Для расследования причин на место происшествия вылетела специальная комиссия российского Минобороны, в состав которой вошли специалисты службы безопасности полетов авиации вооруженных сил и главного командования воздушно-космических сил России. Наш корреспондент Леонид Юрков побывал в поисковом лагере, который разбили военные. Вот что он рассказал нам по телефону.
Место крушения самолета располагается примерно в 10 километрах от деревни Хаюрина. И двигаться туда необходимо было по пересеченной довольно местности. Например, военные двигались на больших машинах из ЗИЛа или КАМАЗа. Спасатели, собственно говоря, не отставали. Ну а нам пришлось высадиться из нашей легковой машины и отправиться в пешее путешествие на место крушения самолета. К сожалению, нас не допустили на место крушения самолета, потому что там в самом разгаре шли поисковые действия. Постоянно в воздухе находился вертолет. Мы его видели буквально каждые 5 минут. Как нам стало известно, сегодня были найдены бортовые самописцы. Ну, а на территорию самого крушения журналистов не пускают, потому что сейчас на месте крушения работает следственная группа. Как вы знаете, утром было возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета. Губернатор Виктор Толоконский вместе с работниками культуры подвел итоги года литературы в крае. Подробности в выпуске далее. В краевом правительстве рассказали о ключевых темах Красноярского экономического форума. Предполагается, что на его площадках будет заключено порядка 30 соглашений по новым социальным инвестпроектам. Какие вопросы обсудят на круглых столах КЭФа-2016 и какие известные гости прилетят для этого в Красноярск, узнавал Александр Лавицкий. Сейчас в кабинетах краевой администрации работы прибавилось в разы. В самом разгаре подготовка к Красноярскому экономическому форуму. Сегодня представители краевого правительства приоткрыли тайну и рассказали, что ждет Красноярск с 18 по 20 февраля. Первый день форума по традиции откроет активная молодежь. Ее представители обсудят, как выстроить эффективное взаимодействие между властью, бизнесом и обществом, в том числе и развитие в стране социально направленного бизнеса. 19 февраля уже обсудят основную тему КЭФа – стратегию 2030, то есть какой должна стать экономика страны и края в частности к 2030 году. Для этого на форум приедут ведущие эксперты не только из России, но и Японии, Китая, стран СНГ, Мексики и других. Кроме того, по традиции будут присутствовать и члены федерального правительства. В общей сложности от 5 до 6 тысяч участников. Уже известно, что в форуме примет участие заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Кроме того, в Красноярск приедут министр энергетики страны Александр Новак, а также министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и министр Михаил Абызов. Сначала эксперты поставят задачи, какой должна быть экономика и социальная сфера в стране и крае в 2030 году, затем будут обсуждать, как этих целей достичь. Второй день посвящен тоже стратегии 2030, но скорее через призму тактических действий, как и кто может быть драйверами вот этого движения по тому вектору, который мы предполагаем обсудить или задать в рамках обсуждения в период первого дня. На что тратить финансовые ресурсы, как обеспечить систему образования, систему подготовки кадров. Среди тем, которые уже утверждены программой форума, развитие Арктики и Нижнего Приангарья, реставрация и развитие Енисейска и новая градостроительная политика. Эту тему глава Красноярска Эдхам Акбулатов обсудит с главами крупных российских городов. Помимо этого, на форуме планируют заключить порядка 30 соглашений по инвестиционным и социальным проектам. Не помните, на прошлом форуме мы подписали по сельхозтоваропроизводителям соглашение по строительству птицефабрики в Шарыповском районе. А сейчас огромный большой комплекс тепличный, который планируется построить на том тепле, которое будет у нас поступать от Березовской ГРЭС. Огромный тепличный комплекс для производства овощей и той продукции, которая для нас востребована. Вот один такой, как пример, конкретный. Итогом форума должна стать уже сформированная стратегия развития края на ближайшие 14 лет. Ее впоследствии представят на рассмотрение депутатам Краевого законодательного собрания. Александр Лавицкий, Алексей Гузев. Новости. Интерактивные книги, языковые лаборатории, собственный кинозал. На правобережье Красноярска после капитального ремонта открылась детская библиотека имени Сергея Михалкова. Там сегодня побывал губернатор края вместе с работниками культуры, подвел итоги года литературы. Какие проекты ждут любителей словесности в этом году, расскажет Ольга Тишенина. Библиотеку имени Сергея Михалкова теперь вряд ли узнают постоянные читатели. После модернизации, которая началась здесь еще в ноябре прошлого года, здесь появились вот такие просторные, яркие читальные залы, новые книжки и современное оборудование.
Помимо бумажных книг, есть здесь и вот такие интерактивные. Вообще на масштабную перезагрузку этой библиотеки потратили больше 14 миллионов рублей. Читают книжки в библиотеке нынешние школьники, теперь сидя не за столами, а вот в таких комфортных креслах. Здесь все максимально удобно и продумано. На низких стеллажах книги для малышей, повыше для школьников и родителей. Во всех залах, конечно, бесплатный Wi-Fi и новенькие компьютеры с доступом в интернет. С их помощью дети учат иностранные языки и пробуют создавать мультфильмы по стихотворениям и сказкам. Рассказывают, теперь ходить в библиотеку одно удовольствие. Поменяли полностью мебель, поменялся цвет, появились новые надписи, которых раньше не было. Это очень приятно, поскольку ты заходишь и чувствуешь себя уютно, как дома. Мы с друзьями решили, что надо периодически сюда заглядывать, тут очень приятно будет все вместе находиться. Есть здесь и вот такая интерактивная витрина. Здесь собраны раритетные издания Сергея Михалкова, которые присылали в дар Красноярской библиотеке со всей страны. Вот выбираем, например, книгу «Наш Красный флот» 1938 года. И она появляется на экране в электронной версии. Теперь можно читать. Обновленную библиотеку осматривает губернатор края и глава Красноярска. Виктор Толоконский хвалит, здесь явно скоро появятся тысячи новых читателей. Так было и с первым проектом, отремонтированной библиотекой имени Николая Добролюбова. После открытия в сентябре прошлого года туда записались 3000 человек. В феврале после модернизации откроются еще 3 библиотеки в Дивногорске, Канске и Минусинске. У нас такая большая 10-летняя, если хотите, 15-летняя программа вот по осовремениванию библиотечного пространства. На самом деле это уже то, что здесь сейчас делается, это очень большое дело. И несмотря на кризис, мы заложили в бюджете края средства на то, чтобы в следующем году, то есть вот теперь уже в нынешнем, 16-м, продолжить эту тему. Заложены новые средства, и в ближайшее время Министерство культуры края объявит конкурс на отбор тех библиотек, которые войдут в эту программу модернизации. Что еще успели сделать в год литературы, губернатор обсуждает вместе с работниками культуры на заседании оргкомитета. В 2015-м поддерживали молодых авторов, издавали книги краевых писателей, а на пополнение фондов муниципальных и краевых библиотек выделили почти 30 миллионов рублей. Виктор Толоконский говорит, год литературы на этом не должен заканчиваться. Нужно продолжить и масштабировать проект модернизации библиотек. Действительно, одно из таких конкретных проявлений вот, работы последнего времени. И это, на мой взгляд, очень своевременно и очень необходимо. По словам губернатора, нужно и дальше поддерживать краевых писателей, придумывать интересные литературные проекты, чтобы вызвать интерес к словесности не только у взрослых, но и у детей. Ольга Тишенина, Денис Тимошенко. Новости. Краевой стройнадзор предложил ввести единые требования к ограждениям красноярских строительных площадок. Сегодня этот вопрос рассматривали на заседании комиссии по градостроительной политике. В частности, поступило предложение выкрасить все заборы на городских стройках в единый цвет – серый или синий. Кроме того, по мнению специалистов, ограждения должны быть одинаковой высоты, а там, где есть пешеходные дорожки, необходимо возводить защитные козырьки и перила. По мнению депутатов, цвет забора не должен выделяться из общей цветовой гаммы объектов краевого центра, поэтому определить его должен главный художник города. Конкурс на эту должность будет объявлен в скором времени. Добавлю, что поправки в правила благоустройства пока не приняли и отправили на доработку. Служба считает, что данная тема является достаточно важной, так как выработка только оптимальных решений с учетом всех современных эстетических, технологических требований позволит обеспечить не только требования безопасности, но и визуального восприятия городской среды, комфортности и проживания, и пребывания гостей в краевом центре нашего города. В Боготоле с энерговорами решили бороться с общественным порицанием. Насколько эффективен такой метод, расскажем после рекламы. Привет, мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже форму. Так ожидание низких цен превращается в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле 2. Тариф черный, честно, дешевле. Toyota RAV4 знает, куда отправиться за яркими впечатлениями. Какие тренды сегодня в моде? Как одним движением наполнить жизнь событиями? Где проходят лучшие вечеринки? Как двигаться в ритме города и поймать волну ярких эмоций.
Оглянитесь, вокруг столько возможностей. Куда отправимся сегодня? Спросите у RAV4. Новый Toyota RAV4. Впечатление в движении. Toyota. Новости. Продолжаем выпуск. В Мотыгинском районе трое лесорубов застрелили спящего медведя. Местные жители обнаружили берлогу хищника во время заготовки древесины. Зверь не представлял опасности для людей. Тем не менее, с помощью тягача мужчины разрушили его логово и расстреляли животное. Жестокую расправу они сняли на видео. Впоследствии браконьеры хотели продать на черном рынке лапы и желчный пузырь убитого медведя. У лесорубов не было разрешения на охоту, к тому же сейчас отстрел этих животных запрещен. Мужчин задержали и изъяли у них добычу. Возбуждено уголовное дело. За незаконную охоту браконьера может грозить до 2 лет лишения свободы. Пока версия сотрудников органов внутренних дел, что это было умышленное преступление, то есть они специально, то есть разрешения на охоту у них не было. В любом случае необходимо разрешение. Зверь на них никак не нападал, то есть угрозы для их жизни и здоровья он не представлял. Тем более он находился в спячке, то есть они разбудили его. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в крае не превышает сезонного эпидемического порога. Это сегодня сообщили в управлении Роспотребнадзора. В Красноярске за помощью к врачам обратились около 5500 человек, а во всем регионе 11 тысяч. Это обычные показатели для конца января. Также сотрудники ведомства заверили, что случаев пандемического гриппа, который также называют свиным, у нас пока нет. Хотя возбудитель этого заболевания у некоторых пациентов все же выявлен. В любом случае специалисты предупреждают, при недомогании нужно обязательно обратиться к врачам и выполнять все их рекомендации. Тяжести, степень тяжести состояния пациента определяет врач. И, естественно, проводится на территории края мониторирование лаборатории, то есть проводится мониторинг лабораторных исследований от больных с подозрением на грипп ОРВИ. И если необходимо, будет такая степень тяжести, врач обязательно назначит обследование на грипп. Краевые автоинспекторы сегодня подвели итоги работы ведомства за прошедший год. Результаты одновременно и радуют, и заставляют задуматься. Из хорошего, начиная с 2003 года, аварий в 2015 было меньше. Количество погибших и травмированных тоже сократилось. Снизилось число ДТП по вине пьяных водителей. Реже случались аварии с участием детей. Вместе с тем увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с особо тяжкими последствиями. В прошлом году в крае таких было 9, из них 6 с автобусами. Нередко подобные аварии происходят по вине водителей общественного транспорта. У них есть договорные отношения, и дальше их благополучие финансовое зависит от того, сколько они перевезут. Сколько перевезут, это значит, сколько они успеют проехать по этому маршруту и сколько собрать. Вот отсюда все нарушения. У нас там, по-моему, есть 7 перевозчиков, я сейчас их перечислять не буду, которые допустили 3 и более дорожно-транспортных происшествий, где пострадали, либо погибли люди в городе Красноярске. Ну и когда их снимают с маршрута? Только тогда, когда уже погиб человек, и это становится настолько очевидно, что они нарушают. В Боготоле местные власти решили бороться с энерговоровством общественным порицанием. На дома тех, кто предположительно незаконно подключается к сетям, энергетики регулярно прикрепляют таблички с осуждающими надписями. Все подробности у Александра Арепьевой. Такие информ-знаки теперь есть на десятке улиц Боготола. Почти 60% застройки города – это частный сектор. Зимой количество энергопотребления растет. В домах включают обогреватели. Увеличивается по статистике и количество хищений. В этом году с энерговорами решили бороться общественными порицаниями. На столбах рядом с их домами установили знаки с надписью «Энергохам». Ну, идея она родилась недавно, скажем. По опыту работы предыдущему, потому что мы знаем много людей, физических лиц населения, которые, значит, в неблагополучном плане рассчитываются за электроэнергию или, значит, попадают под отключение длительное время, значит, делают набросы на воздушные линии. Пенсионер Алексей – добросовестный энергопотребитель. Со своей и без того небольшой пенсии мужчина ежемесячно оплачивает счета. К энерговорам он относится отрицательно, ведь зачастую именно незаконные подключения являются причиной аварий на сетях. Оно вот как-то у нас вот было до этого тут, до этого было.
Я не знаю, кто, но где-то недалеко пользовался, мы как раз подсоединены к этой, к школьной улице, энергия у нас подключена. Кто-то баловался, часов 8, пол 8, врубит, видать, обогреватель или что. И телевизор вот так мельтешит, и холодильник тык-тык-тык-тык, и все прочее, вот и пожалуйста. По мнению энергетиков, такие информационные знаки – метод действенный. Сетевики надеются, что таким образом смогут достучаться до совести нарушителей. Результаты будут обсуждать на заседаниях общественного совета, который создали в Боготоле недавно. То есть на данных советах непосредственно потребитель электроэнергии, тепловой энергии может задать вопросы руководству КРАСЭКа. То есть те именно наболевшие моменты, проблемы, которые непосредственно интересуют потребителей. Также со своей стороны, как администрации города, мы можем поставить более конкретные, планомерные, разработать перечень задач, целей, которые интересуют нас. Единственное, что огорчает – большинство информационных знаков с надписью «Энергохам» уже сорвали. Но на месте уничтоженных табличек обязательно появятся другие. Планово, раз в полгода, энергетики будут проводить проверку и выявлять хищение. Нарушителей ждет общественное порицание, штраф или даже уголовная ответственность. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости. В Красноярском кукольном театре готовятся к новому сезону. Какие интерактивные спектакли поставят для маленьких зрителей и взрослых, расскажем в третьей части выпуска. Впервые в Красноярске. Новое захватывающее шоу «Дельфины и пираты Карибского моря». 231-64-64. Торговый центр «Домер». Спасибо, что вы с нами. В Красноярском театре кукол готовятся к новому сезону. Сегодня актеры и режиссеры рассказали о своих творческих планах, премьерах, а также о том, какие новые смелые идеи здесь планируют воплощать в ближайшее время. С подробностями Дина Володина. В театр мы попали как раз, когда на сцене не куклы и не актеры, а рабочий персонал. Прямо сейчас идет смена декораций. Утром здесь давали «Петрушка на войне», а уже завтра презентуют спектакль «Супермама». Заболел Сережа, 8 лет, он очень молод, а температура 40. А это уже репетиция спектакля главного режиссера театра Светланы Дорожко. В театр кукол она пришла в конце декабря прошлого года. До этого много работала в Москве и Питере. Теперь свои многочисленные идеи Светлана реализовывает в Красноярске. Совсем скоро в театре кукол появятся вечерние спектакли, постановки для взрослой публики тоже будут. В новом сезоне зрители ждут сразу две премьеры, одну из которых готовит приглашенный из северной столицы режиссер Руслан Кудашов. Спектакль по мотивам произведения Хармса, который будет называться «Анекдоты». Вот. Далее в мае я приступлю к работе над спектаклем «Недоросль». Это тоже вечерний репертуар. Понятно, что это школьная программа, поэтому это 12+. У Руслана Равильевича будет спектакль 18+. То есть мы ориентированы сейчас на, так сказать, привлечение разного зрителя в наш театр. Но все же постоянный и главный зритель в театре кукол – это дети. Для них режиссеры и актеры тоже подготовят новые истории. Уже 6 февраля состоится спектакль «Иван-царевич и серый волк» – постановка в традиционной технике театра теней. А затем, после спектакля, состоится мастер-класс. Зрители под чутким руководством актеров попробуют самостоятельно сделать теневую куклу. Здравствуйте. Какими судьбами? Тут где-то Ее Величество. Я обыскался ее, ее нигде нет. Не знаю, что мне делать. Не знаю, что мне делать. Голова идет кругом. Знаете, как вот музыкант берет, у него пальцы должны синхронно помнить, память движения какая-то остается. Поэтому и тут ничего лишнего, никакого движения не должно быть.
И все же большая часть репертуара – это классические спектакли с участием марионеток. Здесь бережно хранят даже те куклы, которые уже не принимают участие в театральных постановках. Мастерство кукловода – по-настоящему уникальное искусство. Мало починить своим рукам марионетку, нужно научиться оживить куклу. В театре кукол говорят, у каждого произведения, будь то классический спектакль или современная постановка, есть своя публика. А у красноярских зрителей теперь есть возможность не просто увидеть представление из зала, но и самим стать частью программы. Дина Володина, Алексей Овсянников, новости. Семья из Емельяновского района переехала в соломенный дом. Жилище из экологичных материалов чета построила самостоятельно. Домом из соломы уже заинтересовались в Европе, а глава семьи планирует усовершенствовать его и сделать соломенный коттедж полностью автономным. Подробности в сюжете далее. Это каркасный соломенный дом. То есть силовой каркас – это деревянная доска, а вместо утеплителя, там, вместо минуаты – соломенные блоки, прессованные соломенные блоки. Его соломенный домик не сдует ни один волк, уверен Александр Тииду. Несмотря на то, что стены в нем состоят в основном из соломы, дом очень прочный. Фермер говорит, о собственном экологичном жилище мечтал давно, долго выбирал технологию, в итоге купил землю и остановился на соломенном строительстве. Ну вот здесь можно посмотреть, что очень толстая штукатурка, в районе 4 сантиметров. То есть вот здесь начинается стена, полметра соломы и снаружи тоже штукатурка. Из-за толстого слоя штукатурки даже камин без страха можно установить. Пожара не будет, проверяли. Но огонь в доме не разводят даже при минус 25. Жилище энергоэффективное. Отапливают дом солнечные батареи и огромные окна на двух этажах. Их Александр сделал специально на южную сторону. Солнечный день, вот как сегодня, вам повезло, на поверхность окна приходится на каждый квадрат около киловатта тепловой энергии. Очень тепло здесь, да? Соломенный дом не промерзнет, даже если семья уедет на неделю, говорит фермер. Ну а на случай холодов, конечно, есть печь, которую Александр строил вместе с супругой. В ближайших планах сделать полы с подогревом. Под ними, кстати, тоже солома. У нас же там дорогу может замести, там минус 30 на улице. То есть нельзя рассчитывать на такие очень тонкие технологии. Поэтому нужно делать очень надежно. Домочадцев наш герой в шутку называет эко-семьей. 5 лет назад они вместе уехали из города, купили землю и создали, как они сами называют, эко-поселение в Емельяновском районе. Этот дом из натуральных материалов здесь не первый. А вот на первом месте культура поведения. В этой семье не ссорят и не ссорятся. Мы стараемся разделять мусор и утилизировать его по максимуму. То есть все, что горит, в печку. Все, что можно сдать, переработать, мы сдаем, перерабатываем. Все, что компостируется, мы компостируем по максимуму, вторично используем отходы. Семья Тииду выбирает здоровый образ жизни и самостоятельно обеспечивает себя продуктами. Из еды, что могут, выращивают, хлеб пекут сами, мясо исключили из рациона, моют и стирают без химии. Вот, собственно, наш строительный материал – это вот такой блок из прессованной соломы. Ну, вот он заменяет минвату, пенопласт и так далее. Соломенным домом уже заинтересовались и за рубежом. По словам Александра, к нему жить и работать в поле приезжали волонтеры из Израиля и гости из Новой Зеландии, которые впоследствии решили построить автономные жилища у себя на родине. Александр Ловицкий, Юлия Белевич, новости. Телефон редакции 236-01-36, наш сайт www.enisei.tv. Я Ирина Алиева, с вами не прощаюсь, увидимся за полчаса до полуночи. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами.